Всем привет, ребята! В этом видео хочу показать, как с телефона Huawei скинуть на ноутбук либо на компьютер свои данные. Ну, какие-нибудь фотки, видео. В общем, подключаем кабель от телефона, который в зарядку, в компьютер или в ноутбук. Если у вас 7 Windows, заходим в проводник или в мой компьютер. Ну, то есть в папочку, да? Да в любую папку вообще заныриваем, короче, ищем мой компьютер. Заходим в нее. Вот у меня появилась Huawei P20 Lite. Вот, также в 7 Windows вот здесь вот слева она дублируется. То есть вот компьютер, диск C, D, и вот внизу появляется телефон. Но перед тем, как зайти вот в это устройство, то есть вот Huawei P20 Lite у меня, к примеру, версия. Вот если я в нее зайду, у меня пусто будет. Почему? Потому что в самом телефоне нужно, когда мы подключаем USB кабель к нему, он нас спрашивает, что надо, передавать фото, файлы, там, только зарядка. Вот. Выбираем передача файлов. Все, вот теперь вот он его даже открывает окно специально, типа, открыть. Вот. Сюда я даже лезть не буду. Я захожу опять в Huawei P20 Lite. Ну, то есть вот вернемся в мой компьютер, да. Выбираю телефон, и у меня уже, видите, сразу появилась внутренняя память. Вот. Здесь нас интересует, когда мы во внутреннюю память заходим, DSIM, вот эта папочка. DSIM. Заходим, выбираем камера. Все, вот у меня файлы. Три фотки и два видео. Я их все выделяю. Сейчас вот кроме одного кэша, наверное. Да, я даже вместе с кэшем сейчас скопирую. Все, правой кнопкой мышки. У меня компьютер тормозит, старый. Копировать. Вот. И получается, вот я на рабочем столе. Сейчас создам какую-нибудь папочку. Блин, компьютер у меня вообще жестко тормозит. Так же, как я. Вот. Блин, ребята, это просто жесть какая-то. Вот, беру новую папку, создаю. Короче, в любом месте, где вам удобно, новую папку создаете. Вот у меня создалась новая папка. Создаю. Правой кнопкой мышки вставить. Все, и пошло копирование, получается, этих файлов с телефона. Желательно, конечно, сам телефон в этот момент не трогать, не шевелить. То не дай бог там что-то от зарядки, там где-то контакт отойдет. И все файлы похерятся. Вот. Все, сейчас вот я прям дождусь в прямом эфире, так скажем, как он скопирует это все. Ну, там вот три видео небольших на этот телефон снятый. А, ну, вот они уже здесь и появляются. Вот два видео уже скопировались. Третье пока в процессе. Вот и все, ребят, вот таким вот образом можно копировать файлы с телефона Huawei, Honor, да вообще не важно, по сути, любой телефон, Xiaomi, там не Xiaomi, китайский любой телефон, Samsung тоже корейский, вообще без проблем, все то же самое, по одному принципу. Главное, не забывайте в телефоне, когда подключили к USB порту, выбирает передачу файлов, когда он запрос делает сам телефон. Иначе вы будете заходить в папку, она будет пустая. Ребят, кому помогло, поставьте, пожалуйста, лайк, подписочку. А вам желаю здоровья и много-много денег. Пока. Пока.